А нас пригласили друзья на шашлык сегодня. Погода у нас просто великолепная, ребят. 17 градусов. Такого в этом году еще не было. На следующей неделе обещают почти 20. Взяли, ребят, мы пивасика. Цветочки. Вот тут вот Лена лежала. Вот это городская наша клиника. Строительство еще идет. Достраивают. Ну и туда она еще метров целый квартал. Короче, с сыном решили устроить себе субботник. Покататься на велосипедах. Ну и, соответственно, полазить вот по таким вот сооружениям. Да смотри, не упади. И мы пробежимся тоже по лесенке. Сделаем вот такой спорт. Да, так как... Ай-яй-яй-яй-яй. Упал папа. Дебил 40-летний. Разбил ногу, короче, на этой детской площадке. Че поперся? Надо было стоять внизу, ждать своего сына. Эрик, говорю, не упади, говорю. И сам упал. Короче, Эрик решил прыгнуть. Ну, тут шон метра 3 точно есть. Ну, короче, он передумал прыгать. Да, я ему сказал, не надо, не дай бог, ногу подвернет или еще что-нибудь. Папа потом будет виноватый. Мама скажет, что ты вот это его запер куда-то. Вот так вот правильнее будет. Решили погрилить. У нас есть вот такая рыбка. Но я весь процесс показывать не буду, приготовления. Просто нарезку вам кину, как и что делается. Ребят, обрезали брюшко. Вот с такими плавниками. Хвост и голову. И теперь мы убираем шкуру. Это легко так поддеваем ножом. Почему я говорю, что рыба должна быть немного замороженная? Тогда шкура очень хорошо снимается. Теперь просто берем, желательно салфеткой, и вот так вот убираем шкуру. Лучше взять салфеткой за шкуру, чтобы не скользило. И убираем. Также, соответственно, и с другой стороны. Снимаем. Вот получилась у нас вот такая вот шкура. Вот такие вот у нас получились шашлычки, которые мы будем делать из этой рыбы. Тарелку. Нам понадобится красная паприка, черный перец и соль. Желательно крупная соль. Насыпаем паприки. Ну, смотрите, ребята, сами, кому сколько нравится. У меня где-то это ушло чайная ложка. Столько же я добавлю
перца, также где-то чайная ложка. Ну и столовую ложку соли. Сюда растительное масло. Вот так. После того, как масло добавили, перемешали, берем апельсин и весь сок. У меня один апельсин на вот такую рыбу. Весь соком заливаем эту рыбу. И теперь тщательно перемешиваем еще раз. Часу хватает, в принципе, замариноваться мясо. Ребят, ну вот краткий обзор, что мы будем сегодня делать на гриле. Это замаринованная окорочка. Рыба, которую мы делали с вами. Картошечка вареная. Вот такие тоже замаринованные тут грибы. Баклажаны или синенькие. Перец красный, перец зеленый. Детям вот такие вот шашлычки. Это куриные. Ну вот мы и закончили процесс готовки. Сейчас нам остается теперь только одеться. И будем ждать наших гостей дорогих. И грилить. Сейчас посмотрим, что у нас с погодой. Погода пасмурная. С Эриком, когда сегодня катались, заехали в магазин. Вот такие вот он кроссовки себе захотел. Они сейчас в Ангиботе. Эрик, нравятся кроссовки? Я. Yeah. Это главное, чтобы ребенку нравилось. Первая партия заброшена. Итак, ребят, всем доброе утро и хорошего настроения. У нас сегодня третий день съемки. В пятницу мы ездили к друзьям. В субботу друзья приезжали к нам. Вот так провели мы наши выходные. Было весело, интересно. Поедем погуляем куда-нибудь за город. Какое-нибудь потрясающее найдем место. Ну а с вами мы будем прощаться. С вами был Стасян. Чао, бомбино!